Второкурсник Акжол Керембер – будущий связист. Сейчас он осваивает сложную, новейшую технику связи. Говорит, всегда увлекался электроникой. Теперь любимое хобби станет профессией. Мечтает работать в крупной отечественной телекоммуникационной компании. Во-первых, мне нравится то, что я изучаю. Очень стараюсь. Сам выбрал эту профессию, приехал из далекого поселка и хочу остаться работать в Алматы. Во-вторых, я много слышал, что сейчас по этой специальности можно легко найти работу. Об этом студентам рассказывает и заместитель председателя алматинского филиала партии «Нур Отан» Жулдыз Омарбекова. Сейчас главное, добавляет она, нужно хорошо учиться, а в трудоустройстве поможет партия. Проект «Саттыкадам» организовывает стажировки в крупных компаниях, заводах и дает возможность начать карьеру. Нам нужно главное, чтобы они вышли хорошими профессионалами своего дела. Потому что сантехники, слесари, токари, вот что вот самое рабочее профессии, это нужно здесь. Это все здесь, понимаете? И вот это, потому что один директор, как сказать, 1000 строителей нужно, да? Один директор и 100, и столько мастеров. О востребованности рабочих рук говорит и то, что с каждым годом в технических колледжах увеличивается загруженность. В Алматинском колледже телекоммуникации и машиностроения учатся свыше 800 студентов. В последние годы здесь растет конкурс на самые популярные специальности. К тому же обучение по техническому профилю в Казахстане бесплатное. Основные профессии – это кабельщики, линейщики. Это для Казахтелекома мы готовим специалистов. Операторы почтовой связи для Казпочты готовим. Сварщиков готовим, токарей, автослесарей и электриков. Именно по этим специальностям мы готовим рабочие кадры. А заводы и телекоммуникационные компании готовы обучить практическим навыкам трудоустроить молодых специалистов и к тому же предложить высокий оклад. Это говорит о том, что сегодня рабочие кадры на вес золота. Яркер Микрошидин Якупов, телеканал Алматы.